Ух ты, какие красивые девушки, ядрит твою лале. Калача на шарнирах шкандыбает. О, боже, какой мужчина, 50 кило нафталина. Передайте за проезд. Маразм подкрался незаметно. Здравствуй, Иван Антонович. О, Афанасий Захарович. Все, началось. Физкульт, инфаркт. Воистину физкульт. К ваше здоровье, Иван Антонович. Пу-пу-пу. Да ёлки палки. Отлично. Есть еще порох в пороховницах. Смотрю я на ваши пороховницы. Там уже не порох, а один песок. Шалом, молодежь. Семен Натанович! Привет! Воистину шалом! Ну, проходите, присаживайтесь! Так. Ну? Что ну? Как вы себя чувствуете? Намного лучше, чем вы выглядите. Как я пошутил. Передайте за проезд. Не надо, я сам. А как вообще жизнь? Ну, знаете, как в оркестре. Вроде на душе скрипки с флейтами поют, но чувствую, что скоро труба. Бывает, конечно, бывает. Смотрите, что пишут. Ну? Вот, послушайте. Так. Вот. Я газетам вообще не верю. Все равно объявления одни, и все. Будьте здоровы. Да вы будьте здоровы, что я. О, вы как накаркал объявление. Да. Чудо-масть от радикулита, гильотина. О. Если вдруг стрельнуло в спину, вам поможет гильотина. Я пробовал, мне не помогло. А какое место вымазал, Иван Антонович? А ее что? Мазать надо? Да. А я ел. Ой, я не могу. Да вы, я как погляжу, очень гурман. Ладно, ходите. Сейчас, сейчас, шо, сейчас. Что вы делаете? Что он делает? Я не знаю. Что вы делаете? Хожу. Я говорю, лошадью ходить. Извините! Иван Антонович, смотрю я на вас и думаю, чтоб мы так отдыхали, да, как природа отдохнула на вас. Да. Спасибо большое! Да. Слушайте, у меня последнее время что-то со здоровьем. Да вы что? Да, вы представляете? То поднимается, то опускается. Утром поднимется, вечером опустится. А иногда как с цепи сорвется. Прямо вот так, как поднимется. И упадет. Поднимется. Даю. И упадет. Это вы про что? Про давление. А вы за что подумали? Не, ну вот. А вы, Семен Натан,
Степаныч, попробуйте мої таблетки, вони вам поможуть. А що за таблетки у тебе? А я вам сейчас спою, как в рекламе. Ой, ой, Лещенко прямо. Принесли лекарство мне от давления. У меня их аж 100 вариантов. Все они прекрасны без исключения. Лучшие друзья, дедушечка, это антидепрессанты. Обала, обала, обала. Все люди как люди, а я суперзвезда. Обала, обала, обала. А в это время да. Где-то тихо грустит одна маленькая психиатрическая больница. Садись, Тодос, на протез. Угомонись уже. Спасибо большое. Растанцевался. О, пацаны. Ходи, ходи. Семен Натанович, послушайте. Комп'ютерщики создали соціальну сеть так? Для пенсіонерів. Ну? Да, в маразме.ру. Не хотите себе завести страничку, Иван Антонович? Нет! Почему? Почему? Я себе недавно в Одноклассниках страничку завел. Зачем? Чего? Одноклассниц хочу найти. А чего их искать? Ребята, они уже давно наши одноклассницы на кладбище и нас ждут. Вот вы, Семен Натанович, вы как хотите, да. А я, мужики, еще жениться надумал. Ой, я не могу. Ох, есть у меня одна на примете. Ух! Молодушка, зажигалка, их! Ей всего 75! Ой-ой-ой! Иван Антонович, я бы вам этого не рекомендовал. Почему? Как почему? Не-не-не-не-не. Поматросит и бросит. Да вы что? Я вам скажу, эти малолетки, они такие ветреные. Что вы говорите? Проверено знамя. Нет, ребята, это надо подумать, чтобы как-то остаться все-таки в строю. О! Препарат для мужчин. Так? Это нам? Да. Слушай, ну... Могучий мерин. Что? Могучий мерин. Это для Ивана Антоновича. Поподробнее, да. Поподробнее. Ну, читаю. Написано, умножает мужскую силу. О! Что толку умножать на ноль? Да, согласен. Афанасий Захарович, а вы по женской линии как? Ну, честно. Ну, а? Если честно... Но между нами. Между нами. Он-то не в счет. Да. То у меня уже не линия, а один пунктир. Да. А у вас как женщинами, Семен Натанович? Ну, как у нашей сборной по футболу. О. Быстро вылетаешь с чемпионата. Ну, так участвую. Да. Но вылетаю быстро. Ну, так я вам скажу, вы герой. Я, да. Вы герой, а я даже отборочный тур не прохожу. А как у вас с этим, Иван Антонович? Да, да, да. Иван у меня... Антонович. Отлично! От счастливый отлично. Человек! Как у мобильного телефона! О, а это как? Аппарат! Абонента! Выключен! И находится вне зоны действия сети! Ну, слушайте, пацаны, я вам так скажу. Неважно, сколько мужчине лет, да. Пока его мобильник сеть ловит, да. Он мужчина. Это правильно. Да. Это правильно. А? Что? Подожди, Иван Антонович, это я слышал. Да. Это вам уже лет 40, не, как не интересно. Спасибо большое. Пожалуйста. О! С
Семен Натанович, смотри, какие три баржи плывут. И три твою налево. Да, да, две баржи и одна плоскодонка. Да. Значит так, Семен Натанович, моя рыжая, ваша бегая в яблоках. Нет, моя любая. Хорошо. А Антоновичу плоскодонку подгоним. Ему все равно. Да, подожди. Иван Антонович, а вы женщину хотите? Конечно, хочу. Очень хочу. Ну. Очень. А вы хоть знаете, что с ними делать? Я знаю, что. Но? Но я не помню, зачем. Стоп. Что такое? Но... Кажется, у меня сеть появилась. Так чего ж мы сидим? Давай догоним. Давай. Давай. А если не догоним? А если не догоним, хоть согреемся. Конечно.